Ребята, всем доброе утро. У нас такой солнечный день сегодня. Мы уже на прогулке. Время где-то, знаете, 11 час. А мы вышли с ребятами погулять. Я хочу вам показать одну картину. Посмотрите, что творится. У меня уснул ребенок прямо на улице. Мало того, там еще и Сашунечка спит. Он там в коляске, его переложил. В общем, дело было так. Мы тут качались на качельке. Я им песенку пела. А Сашеньку на ручках держала, и Ванюша тут сидел. И что вы думаете, они уснули у меня? Вот Ванюшка уснул, я уже не стала его будить, думаю, ну ладно, пускай поспит. И Сашуня уснул, я его вот там в колясочку положила. Вот. Так что вот так вот у нас. Вынесла ему подушку, думаю, ну пусть поспит теперь. Так что вот так вот классно иметь свою ограду, можно даже вздремнуть. Летом-то они у меня здесь иногда тоже засыпают, но сейчас-то как бы месяц март, но на улице хорошо, вот так ветра сильно нету, птички поют, вот. В общем, укачался у меня ребенок, пускай поспит. Я ему немножко прикрыла тут шейку, чтобы ему тут не надуло, аккуратненько. Вот, сейчас Сашунечку с вами посмотрим. Вот вы видите, сколько у нас уже растаяло в ограде. Скоро будем уборку делать. Вон у нас уже мешки с мусором мы набиваем, ходим везде. Собираем все, что тут зимой на пакеты или что летало. Все. Мусор очень всякий. А вот Сашуня, Сан Саныч, спит. Все. Вот такая вообще классная погода. Сегодня плюс 11 обещают на улице. У нас уже вот здесь вот растаял наш уголочек, где мы будем кушать скоро летом. Ну или как оттает, не знаю. Еще не мыло ни стол, ни лавочки. Надо будет... О, что-то кошки аж побегали, там следы кошачьи. Все нужно будет отмыть. И, наверное, нынче здесь полы еще надо покрасить. Отшоркать их, иначе, если босиком ребятишки будут ходить, то видите вот эти штучки, чтобы заноски не посадили. Вот. Вот так вот все растаяло. Сейчас все бежит вон в тот угол. Видите, у нас тут так канавка. Все встаивает и бежит туда. Так, сейчас покажу вам, что у нас за оградой творится. Там, конечно, страшное дело. Ребята все в школе. Славик только дома. Вот, папа у нас отъехал на Колым, в Листвянке, по-моему. Вот, сейчас посмотрим с вами. Тихонечко. Вот. Такая красота. Вот так вот у нас развезло дорогу. У нас уже тут чистил грейдер. Но толку мало, все равно все бежит. Видите? Сейчас покажу, покуда у нас ходят ребятишки со школы. Сейчас уже одевают резиновые сапоги. Потому что тут я, видите, сама тоже в полосках. Потому что пройти здесь будет невозможно. Лужи. Оп. Так. Вот видите, они ходят по переулку и на ту соседнюю улицу выходят, потом идут в школу. Вот, скоро растает этот переулок, здесь вообще будет потоп просто. Тут у нас есть вот труба, видите? Вот она, вот по ней, по идее, все должно будет уходить. Саша тут все откопал у меня. Это все зарыто было. Вот. Сейчас вот эта водичка, она вон туда уходит. Так вот. Туда. И уже, я так думаю, в речку туда. Вниз. К Ангаре. Все это будет бежать. Ну вот, сейчас ни с коляской никак здесь не погулять, не походить. Потому что это нереально. Но мы, в принципе, никуда и не ходим. Мы гуляем в своей ограде. Нам места хватает. Ограда у нас большая. Вот так вот сейчас покажу, как вывернула все ворота за эту зиму. Видите, сейчас маленько оттаяло. Тут у нас находится септик, который под воду приезжает машина, откачивает. Вот он весь тоже рассыпался. Надо его будет, как сказать, обложить или камнем, или чем, не знаю. Или просто отбетонировать. Наша почта, почтовый ящик. Вот так вот все, видите, вырвало.
Я вам уже рассказывала, что нужно все делать будет потихонечку потом. Даже вот отпускаю ворот, калитку, я мне сразу же туда сильно, видать, на наклон туда пошел. Вот. Но у нас нет нужды ходить на те улицы, только если к родственникам. Поэтому мы гуляем здесь по ограде. Вот так. Такая красота. Все тает. Скоро в огороде все растает. Немножко оттаял сад, кусты. Вон там, видите, уже оттаяли кустики, которые Саша садил в прошлом году. Вот. Очень классная погода. Особенно, когда свой дом, своя ограда. Ой, чистейший, ребята, воздух вообще чистейший. Ой, вообще суперский такой. Можно посидеть. Тишина. У нас сильно здесь машины не ездят. Как бы нет такого шума, что вот как некоторые эти трассы там живут. Допустим, у нас в поселке там более шумно или в центре. У нас здесь такой уголочек тихий. Сильно не слышно. Тишина. Птички только поют. Вот вы, наверное, слышите, да? Красота. Ребят, мы опять на улице. Да, уже пообедали и опять вышли на Олгу. Санька, смотрите, у нас ходит. Я его сегодня обхитрила. Одела ему эти унтики, или как они называются. Такие тепленькие, как валеночки. Как носочки. Вот он не чухнул, что это обувь. Я уже говорила, что он у нас... Ой, папа у нас там, кстати, работает. Это звук шуруповерта. Да, сетка. Ага, для зайчиков. Сказала ему, что это носочки, Саша, носочки. И все, и он пошел. И пошел, пошел, сейчас только лови его. Да. И что, все, я буду ходить теперь. А потом потихоньку в обуточке. Там у него куча носков еще. И эти вот эти унтики, или как их называют, то есть теплые такие. Как ее прикрутить? Как ее прикрутить? У тебя что, сопли? Ну-ка. Дай сюда мне. А что ты где у мамы платочек-то опять, а? Как ее прикрутить? Да вот так вот. Никак не прикрутишь сейчас ее. Сашка, а ты ходишь, да? Курточку. Невозможно, конечно, говорить. Курточку одели полегче. Хорошо, Лизенька. Так, Славка у нас тут копает свой обуток. Да, Слава? Сапогом наступил резиновым. И, короче, там остался сапог где-то. Нашелся, доставай скорее. Я говорю, не лазь уже по сугробам. Давай, доставай. Я тебя туда... Откапывай. Да ты дерни его уже руками. О, наконец-то такую яму выкопал тут. Играли в домик, наступил и все. С концами обуток. Так что мы на доме гуляем. Там сейчас грязно в ограде. Санька там не сможет в этих обуточках. А здесь все-таки полы. Поэтому мы здесь. Ребята играют в домик. Я им всю посудку сюда принесла. Вот сколько они тут пироженки делают. Вот, а папа у нас подшивает потолок там на втором этаже. Сейчас покажу. Ну, это пол там, конечно, второго этажа. Эй, эй, Саня, куда? Куда ты пошел? Ну-ка, пойдем туда, бух, упадешь. Вон, пойдем, собаку вытащили старую. Мы тут сидим обычно на ней. Вот так вот. Хорошо так. Мама будет сидеть. Ага, тут посидишь, как же Санька сейчас. Ой, Санька сейчас пойдет тут еще. Снег натаскали, сыро. Ты на мокрое не ходи, а то не промокнешь. Саша, ты что, специально? Кыш. Ну, глаз да глаз. Это вот, то в колясочке сидит, а другое дело тут ходит. Все, будем сейчас за тобой бегать. Иди на собачке посиди. Садись. Смотри, какой песик. В клетку его надо? Да не, он добрый, зачем он в клетку? Никого не укусит. Так, ну все, все. Будем сейчас так бегать за Саней. Вот так папа по лесенке у нас забрался на второй этаж. Вон он у нас спускается уже.
Все, папа у нас наработался. Хватит, он ту всю половину. Сам доски туда затащил и сам подшил все. Они еще сыроватые, тяжелые. Вот так. Санька, пойдем. Здесь опасно, а то бух он туда в дырочку, то упадешь. Пошли. Пойдем посмотрим, там машина запела. Песенку споет тебе, пойдем. Все, пойдем. Ну, пошли туда. Ну, тебе, конечно, тут у папы-то полазить. Сокровищница. Все у нас тут поперелазили, мальчишки-то. Всем тут все интересно, всякие запчасти, инструменты, да, Саня? Пойдем туда, там домик у нас. Пошли. Санька! Не хочет уходить, а? Ну все, дали человеку волю походить. Это Патуша. Ой, я боюсь, что он... Это, тут надо перилки вот такие вот сделать нам на лето, и он будет спокойно ходить. А так опасно. Пускать его. Эй, ребенок, ты где? Глаз да глаз, это вы. И чай приготовила. Ты не замерзла сегодня? Тоже легенькую одела такую. Шапку какую-то растянутую нашла. Ты что? Она, смотри, она вон уши тебе задует, она что-то растянулась вся. Привет, Славян! Поснимаешь нас вот так? Можешь? Нет? Ну ладно, Лиза не может нас поснимать, приходится маме. Так что меня вредко, видите. Тё? О, папка, иди отсказывай. Иди сюда, Саня. Пойдем туда. Все? Все капает, все бежит. Сегодня Ваня у меня, наверное, не знаю, час точно проспал на качельке, и Санька тоже. Ну, вот это хорошо. Я вообще думаю, вот здесь вот на веранде ставить раскладушечки. У меня есть две раскладушки. И чтобы они здесь спали. Так, смотри, Лиза, за ним. Сашенька, иди сюда. Вот, видите, ребят, какая веранда. Вот для этого и делаю, чтобы ребятишки здесь играли. Под крышей, чтобы дождь, не дождь, там снег. Здесь было им удобно. Они тут на роликах гоняют. Ой, как весело, да? Классно. Включай, Ваня, музыку. Во, веселее будет. Купили Ваньке этот велик в прошлом году, так он до сих пор на нем не ездит. Не может педали освоить, и все. Вот так отталкивается, как на машинке сейчас. Ну, Славик катается. Вот так. Все, иди к маме сюда. Не сбейте его. Все, Сашка машину нашел. О, Славик, без рук едешь? На этом-то что без рук не ездить? Вот Лизин велик был этот розовый, но он уже маленький. И Славик на нем гоняет. Это еще и Надин, по-моему, был. И все на нем переездили. Перекатались. Так, мальчишки у нас ушли на биатлон большие. Надюшка тоже. Все пообедали. А сегодня...
Да, Лиза, сегодня у Лизы и у Нади уже начались каникулы. Последний день они в школу ходили. Так что мы отдыхать будем до 2-го. 2-го, в общем, в школу уже идем. А мальчишки завтра еще в субботу сходят. Ну, там уроки, наверное, оценки выставят. И все, тоже каникулы будут. Вот, каникулы неделя у нас. Ну, хоть, знаете, подрастает маленькая дорога, потому что сейчас ходить там вообще у нас невозможно. Очень сыро. Дети сырые приходят. Даже и в резиновых сапогах все равно. То подскользнулись, упали, то еще что-то там. Сейчас, может, подрастает немножко эту неделю. Так вот. У Лизы 2-го будет день рождения. Я говорю, вот, Лиза, пойдешь на свой день рождения в школу. Вот. 8 лет уже ей будет. Лиз, ну ты такая большая села, однако до Вани-то велик не доживет, да? Аккуратненько на нем, ладно? А то же они такие китайские, слабенькие. Он почему-то думает, что он сможет на нем ездить, а он никак не может идти. Я уже и показывала, как педали крутить, всяко. Нет, отталкивается. Вот ему сейчас, знаете, впору вот эту машинку. Видите, он нормально на ней катается сейчас. Гоняет, да, Иван? Ну-ка, вот, Слава, покажи, как ты катаешься на этом, ездишь, вернее. Ну, у нас тут даже на велик, видите, можно. Ну, не на больших, конечно. Вот, потом мы ее утеплим. Ну, как так? Не сильно утеплим, конечно. Тут что-то сильно утеплять-то. Окна вставим, да, потолки подшить. И уже будет веранда нормальная. У нас тут сильно ветра, поэтому там иногда в ограде невозможно даже гулять. А здесь будет хорошо, если застеклим все. Ребятки будут выходить на прогулку с игрушками. А также на роликах можно будет. А тренажеры сюда поставим. Сейчас у нас есть уже один тренажер. Беговая дорожка сюда поставим. Потом, возможно, еще как велотренажер можно купить. Еще какие-нибудь силовые для мальчишек. Вот турник Саша им здесь сделал. Вот, висит. То есть, чтобы они здесь занимались. И как бы, чтобы если... Ой, ну вообще я как спортивный зал это планировала еще давно. Думаю, чтобы ребята здесь большие у меня занимались уже, кто, у кого посерьезнее тренировки. Это и мы с Сашей можем тоже тут на беговой дорожке бегать. То есть и дом рядом, да, и вышел на веранду, и можно позаниматься спокойно. Вот. Так, так, я уже забываю, что у меня тут Санька ходит, потому что я еще не привыкла, что оно так ходит. Надо следить за ним. Все забываю. Сейчас тут свалится здесь. Так, ты не подходи-ка сюда близко, а то здесь это далеко падать будешь. Ты прям край у него вот влечет сюда. На собаку залазь. Залазь на собаку. Смотри, какая гав-гав. Она у нас тут каждый год живет, уже вся разорвалась. Она лопается, и все, эта шкурка у нее надо. И может какой-нибудь такой, знаете, сшить свой. Ну, как, не знаю, седло. Сидеть на нем. Защитное седло. Чехольчик. Мама, вот, видите, как он тут теперь носится. Мама, ага, ладно. Будет, еще как. То, что вот вам там дорого, или вы что-то там приготовили, лучше такое убирайте. Вот можно Саше вот это дать, вот это можно. Что тут еще есть? Вот капусту, Саша, возьми. Это тебе можно. А то тут Лиза пироженков наделала. Саня, ты сейчас быстро скинется. Саша, догоняй Славика. Ты
Или Ванюшу вон, догоняй. Ребят, догоняй. Мама будет ходить как охранник теперь из-за тебя тут. Будешь на той машине зеленой? Ваня, я тебе подъеду. Так, 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 открой, отходи. Ага, без руля, крутая. Ваня, ну будешь? Только будешь? Все, уболтал. Ее только катать вот так вот. Взять. Ой, Саня. Так, все. Ты папе тут хозяйство сейчас наведешь, да? Порядочек в хозяйстве. Так, ребята, у нас тут в игру решили поиграть спортивную. Давайте, приготовьтесь на старт. Внимание, марш! Слава, бочком! Так, теперь обратно. Слава! Все, Слава самый первый. Зато у Лизы более правильно получилось. Теперь на одной ноге. Подождите, Слава, подожди. Иди сюда. Мы скажем на старт, внимание, марш сначала. Вот оттуда, от той доски. Так, в это вместе встаньте ровно. Встаньте ровно. Слава, повернись. На одной ноге. На старт. Внимание. Марш. Задеть нужно дверь. Теперь обратно. Вот, молодцы, 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 молодцы. Давай, Славка, помогай руками себе. Все, нет сил. Они тут уже до этого наигрались. Я думаю, дай поснимаю вам немножко. Все, согрелись немножко. Вон и Санька у нас тоже прыгает, прыгает, прыгает. Слава, покажи, как ты на лыжах-то катаешься. Какие движения там. Не, ну по-настоящему. Как ты маме показываешь? Покажи. У них тут соревнования будут в воскресенье. У Славика будет самое первое соревнование. Он же у нас еще не ходит в школу. Ну вот, посмотрим. Уже научился ездить вот на лыжах. Аккуратненько. И у Лизы будут соревнования. Да, куличик, Ванечка. И у Нади, и у Миши, и у Димы. У всех, короче. Теперь что? Так, теперь задом. Переворачивайтесь, ножки вместе. Так, Санька, Санька, подождите, подождите. Тебе лопатку надо. Лопатку увидел, на. На. Только от края отойди. Сейчас, сейчас. Сашу закрыла, чтобы туда Санька не ходил. Все. Так, на старт, внимание, марш! Так я и говорю, надо закрыть. А, ладно, ладно. Нельзя туда. А вот нельзя туда. Папа не пускает нас туда пока что. То вы все растаскиваете. Ванечка, не кушай снег, он грязный. Слава! Зачем пинаешь-то? Вот так и у нас все игрушки разбросаются. Так, Слава, надо честно, понятно? А теперь что? Давай пока прикрою. Стоять. Все. Саня, подожди. Ну, давайте, нужно с самого начала. На старт, внимание, марш! И быстро до меня! Слава, за ложку все маленько. Все, Лиза, первая пришла, вторая. Давайте еще раз. На старт. Внимание. Марш! И до меня бегом.
Все, помолодцы, сегодня выгнали маму, сейчас бы как свалилась туда. Аккуратно. Так, как же еще-то вам придумать? Давайте... А, вот так вот еще, как я вам говорила. Бочком. Старт, внимание, марш. Подожди, Слава, ну подожди, иди еще раз. Лиза еще не успела приготовиться. У тебя скорость, конечно, вообще. Вот так вот ты тоже сказала. Ракетная. Давай, вот на старт. Подожди, когда я скажу, на старт, внимание, марш, тогда только бежать. Куда? Обратно. На старт, внимание, марш. Слава опять рванул. Лиза, ну ты что, ладно, бежала вы уже. Чё. Давай. Давайте бегаем. Ну давайте, на старт, внимание, марш. Лиза, ты что, ты протормозила? Все. Ой. Так, все, Саня у меня уже уселся тут сидит. Вставай-ка, мужик. Че, уселся тут? Все равно прохладно. Все, ребята, одели мои сапожки. И вроде бы у нас он пошел. Вот, такие прорезиненные. Теперь можно хоть, скажи, а то тут это, сыро же. Сопик, я уже вытерла сопельки, да? Ну, болеем же мы маленечко, болеем. Где? Это травка засохшая. Опа, Лиза, подними его, пожалуйста. Это кораблик. Там уже поднялся. Ваня тут кораблики пускает. Это кораблик. Да нет же, это трава. Саша, ну давай, пойдем топ-топ туда, пойдем. Иди сюда к маме. Иди сюда ко мне. Саша, ну давай, показывай всем, как ты ходишь. Иди сюда. Я уж не говорю вслух, что это сапожки. Боюсь, а то он слышит и не будет ходить. Иди сюда, Саша. Топ-топ. Вот. Все, ребята, думаю, будем ходить теперь по ограде. А то сидим в коляске постоянно. Ну, сегодня вот таким, в общем, способом мы вышли. Правда, истоптали эти свои, как они, унтики или как. Ну, они тепленькие, видите, какие, ну, вот истоптали. Ну, ничего, я их постираю, и все, они будут нормально. Лежали, лежали, у нас никто их не носит. Ну, вот пригодились таким образом сегодня. Тут не знаю, чего ему так страшно было в обуточках ходить, непривычно. Тёп-тёп, точно. Тёп-тёп. Будешь ходить теперь. Вот, а у Ванюши там кораблики. Он так ждал корабликов попускать, да, сына? Помоги, это уж слишком большой будет кораблик. Он там, наверное, застрянет у тебя об травку. Не застрянет? Надо маленькие щепочки. А, нужно помогать доставать, да? Это я им палочки дала, чтобы они подталкивали кораблики свои. О, смотри, поплыли. Кораблики твои поплыли. Ой, застряли. Иди помогаем скорее. Скорее помогай. Ходит, пошел, представляешь? Все, мы сейчас поменяли. Поменяли. Смотри, Лиза, чтобы не пошел туда. Ну все, теперь будет интересно. А то на доме-то там опасно. Он упадет же оттуда. Сейчас здесь немножко подтает. Еще, видите, грязно у нас. И уже хорошо будет. Потом сандалики, кроссовочки у нас там еще будем одевать. Пока эти вот нашла, ботиночки постирала, и все чистенькие. Потом вообще будем бегать ноги голышом. Ну, это когда травка только вырастет здесь. Летом. Сейчас пока еще рано, ну. Все, грязненько немножко. Поднимай. Вставай, сына. Еще маленько неуклюж. Но они так-то легенькие, обуточки. Но ты его сильно не ограничивай, а то ты его прям перекрываешь. Пусть ходит свободно. Только лужи не давай, чтобы ходил. Ну, а то сядет туда. И точно домой пойдем уже.